Это самый центр села. Рядом продуктовый магазин, место проходное. В одном случае торговлю вели прямо из автомобиля. Увидев представителей муниципального контроля, ее быстро свернули. С таким вот импровизированным прилавком все сложнее. По данным фактам составлено 2 протокола. В обоих случаях межведомственная комиссия вынесла решение о штрафе. Незаконную конструкцию предписано убрать с муниципальной территории.